Приморская команда «Восток» в третий раз подряд выиграла Кубок России по спидвею. Решающая гонка за Кубок России прошла на обновленном стадионе «Авангард». В заключительном третьем этапе приняли участие сильнейшие команды «Восток», «Мегалада», «Башкирия» и «Турбина». Гонщиков пришли поддержать 55 тысяч человек. Вместе с ними за «Приморский Восток» на трибунах болел губернатор края Олег Кожемяка. Я от всей души поздравляю от имени всех приморцев вас с этой замечательной победой. А мы поддерживали и будем поддерживать наш спидвей не только в летний осенний период. Принято решение, что здесь будем проводить спидвей на льду. Поэтому продолжим в это зрелище, продолжим повышать свое мастерство с тем, чтобы стадион никогда не поступал и всегда был полон зрительского восторга. Спасибо вам! Болельщики!